Об этом сообщил председатель районной госадминистрации Василий Примак. По его словам, Лиманский район станет первым в регионе, где помощь будут получать дети, семьи которых попали в сложные жизненные обстоятельства, а также женщины с детьми, пострадавшие от семейного насилия. Учреждения создадут на базе помещения санитарной службы, расположенного напротив поликлиники Центральной районной больницы. Второй пилотный проект, который планирует внедрять Лиманский район с использованием средств субвенции областного бюджета, касается осовременивания библиотек. На данный момент здесь определяются со службой, на базе которой будет создан библиотечный центр с использованием ведущих информационных технологий.